31-летний Александр Малинин отдыхает с семьей в Таиланде. 57-летняя супруга певца выложила откровенное фото с курорта. Эмма поделилась сексуальным снимком, на котором она запечатлена в бикини. Блондинка откинула голову назад и придержала волосы, чтобы они не скрыли ее лицо. Креативный продюсер и постановщик Устинья Малинина, написала Эмма в Инстаграм. 19-летней дочери пары удалось сделать красивый кадр, умело подчеркнув достоинство супруги певца. Поклонники восхитились фигурой 57-летней Малининой. «Эмма, вы такая натуральная красавица. Нравитесь мне все больше и больше, какой интересный фрукт. Устинья, молодец. Красиво поставила маму. Эмма, вы просто самоочарование, вы красавица. Это бесспорно. Сделано с любовью. Остановись мгновение», написали фолловеры. Семейство Малининых проведет новогодние праздники на теплом курорте. В Россию они планируют вернуться только в середине января. Супруги вместе с 1990 года. В 2000 году они стали родителями, у них появились близнецы Фрол и Устинья. Недавно жена Александра Малинина назвала секреты красоты и молодости в 60 лет. Она рассказала, почему ее дети живут в Германии. Музыкант показал нежное семейное фото с детьми.